мы сегодня с вами закладываем третий серийный ледокол. Сегодня день рождения Балтийского завода. Очень символично, что в день рождения завода закладывается атомный ледокол Якутия. В настоящее время Арктика как никогда нуждается в новых, более мощных ледоколах, которые способны ломать более толстые льды. Я видел, как Арктика процветала в 80-е годы и как, к сожалению, она угасала в 90-е. Сегодня я счастлив, что дожил до того момента, когда Арктика вновь встает на ноги. Ледокол будет построен в более короткие сроки, чем предыдущие. Сегодня мы имеем на него откорректированный комплект чертежей. 53 тысяч людей в выполнении к нашим 6 тысяч будут до конца 2024 года при работе, при зарплате, поверьте, в это трудное время. Это очень хорошо. Я вас искренне поздравляю с этим событием. Уверен, что Балтийский завод не подведет. Хочу указать из присутствующих, увидел все пять ледоколов на трассе Амур-Пути. Но только представьте, какое это будет зрелище.